что, какие планы на сегодня? Надо где-то прогуляться, сходить куда-то. Так что, может, куда сходим, не? Очнись, очнись. Что тебе надо, постылый? Выходной надо пойти куда-нибудь, что дома-то сидеть? Я не хочу, я стрелять хочу. У меня ностальгия. Ностальгия по лету. Помнишь, как вот летом вот из этой мурки 553-й с расстояния 20 метров попадали в рублевую монету. А с 30 метров сбивали одуванчики. А сейчас с него не постреляешь. Потому что он на целую 2. И дрозд у меня тоже на целую 2. На улицу не вынесешь. Там мороз. Давай в КС бомбанем. Можно в World of Tanks. Стрелять в КС... Это равносильно, что заниматься интимом, с вальником или в валенке. Ничто не заменит настоящего тактильного ощущения близости тебя, как стрелка, и твоего напарника оружия. Ой. И чё, какие варианты? Варианты пострелять, несмотря на то, что на улице довольно-таки нестрелябельно. Слушай, погоди-ка, что-то на языке у меня вертится. Есть у нас одно местечко интересное, где можно весело и задорно провести время и настреляться, кстати, о птичках. И что за место? Да, я вспомнил. Вот что-то на слуху, вот вертится на... А, авангард, во! Ну, поехали-ка в авангард. Давай. Так, пёсенька, ты иди сюда. Ты, как всегда, начальник службы безопасности. Остаешься тут за главного, а мы поехали. Да? Почалюй. А почалюй. Почалюй. Ну, тьмой шлятки. Тьмой шлятки, почалюй. Все, ты за главного остаешься охранять. Как начальник службы безопасности. Министр службы безопасности. А мы поехали. Все. Собирай манатки. Тащи свои тощие булки. Одеваемся и едем. Все. Ну вот мы и находимся возле входа. Замечательное место, где можно провести время. Авангард. Ну, куда? Так, пойдем наверх, я вам покажу игру. Хотелось бы узнать побольше об этом месте. Расскажи. Да, в апреле этого года мы открыли Центр военно-технических игр «Авангард». Он относится к филиалу Федерации военно-технических игр, который возглавляет Михаил Голостян. Собственно, мы этот центр открыли для того, чтобы проводить военно-технические игры для детей, для людей, которые уже постарше, и для всякого рода мероприятий. У нас для этого был предоставлен конференц-зал. То есть, в принципе, какие-либо мероприятия могут здесь проводиться? Да, у нас проходят и конференц-встречи, и проходит день рождения детей. То есть, все приходят сюда своим кушанием, то здесь и откушают, чаепить у них. И конференция смещает до 70 человек. Здорово. Сколько будет стоить, например, на час снять конференц-зал? Просто без использования. А? Мы также можем предоставить конференц-зал без использования военно-технических игр. Он у нас стоит 500 рублей. То есть, если, например, собралось 5 человек, они скинулись по 100 рублей. Все и правильно. За час в этот конференц-зал в их распоряжении. Все правильно. Так, а сколько стоит вообще, ну, пакет и что вообще входит в пакеты? Есть пакет, так называемый, взвод, там до 10 человек у нас идет, час игры,
часть пакетного зала. Это у нас то, что делаем пакет, это чтобы людей комплектовать 6-800 на компанию. То есть мы предоставляем конференц-зал и предоставляем игровую площадку для военно-тактических игр. И 6-800 это? Это, ну, это на компанию. До 10 человек. Но что стоит обратить внимание, если прошло, допустим, детей не 10 человек, а 11, чтобы им не брать другой пакет, они доплачивают по 300 рублей и просто как вот так же проявляется у них плюс один человек и также играет все согласно регламенту. То есть даже сам, если пришел с самым маленьким братиком, ему будет не скучно, он не будет скучать. Молодцы ребята, не забывают даже о самых наших маленьких. Вот этот клуб, он же является военно-патриотическим, правильно? Если да. Называю клуб. Да, все правильно. И сразу возникает вопрос, а проводится ли здесь какое-то военно-патриотическое воспитание молодежи? То есть, все, да, у нас здесь собирается и на армии периодически, то есть не проводят свои собрания, тренировки проводят они здесь у нас. То есть мы с ними тоже работаем, взаимодействуем, и вот они у нас, так сказать, частые гости тоже. Ага, вот как. А что конкретно освещается на этих занятиях? То есть военно-патриотическое воспитание, оно как бы вроде как и понятно, да, а вроде как и расплывчато. Экскурс в историю, сборка оружия, тренировки по военно-тактическим играм. В основном это у нас лазертаг с ними проводится. То есть какие-то, если нужны какие-то лекции, пишут и прочее. Все согласно также их регламентам, потому что у них также есть свое руководство, и они руководствуются этому расписанию, этому регламенту. И мы им предоставляем площадку для этого, и тут они могут спокойно заниматься. А какое оружие разбираете? Ваше или они приносят свое? Мы им предоставляем свое охлаждённое оружие, АКМ-74. Можем посмотреть? Да, пришлите, я вам покажу. Давай начнем со стрельбы. Собственно, вот у нас стрельбольный привод. Это у нас АК-105, так называемый. К нему магазин идет, куда засыпать шары. И путем подачи пружины шары выдаются в привод. И привод настреляет 4-литровыми шариками. То есть это получается точная копия боевого аналога. Только единственное, что стреляет шарами, правильно? Да, все правильно. В руки взять можно? Вот, навес, да, полежать. Вот, собственно. Также тут струнная пекла у нас. То есть, в принципе, даже по весу чувствуется добротная такая железяка. Как я скучаю по тебе, веселая железяка. Как я скучал по тебе, веселая железяка. Расскажи, пожалуйста, вот этот механизм для чего внутри нужен? Попал у нас регулируется подача шара, то есть можно выровнять, чтобы шар летел ровнее. Если лететь выше, тоже хоп-ап ослабляешь, и он шар может лететь более ровнее. То есть, я так понимаю, там внутри находится некая резинка, которая закручивает шар в момент выстрела. Да, все правильно. И, соответственно, в зависимости от того, как он его закрутит, так он и полетит. Да, да. Вообще добротная такая вещь. Тяжелый? Да, достаточно тяжелый. Конечно, ну не совсем как боевой аналог, но если посмотреть, то это все железяка. Алюминия тут нет. Во всяком случае, я не вижу. Расскажи про него. Да. Еще один из видов военно-тактических игр. Это у нас Орбистак. Что это такое? Орбистак у нас стреляет гидрогелевыми шариками. Принцип игры такой же, как страйкбол. Также у нас игра на честность. То есть попадание фиксирует сам игрок. То есть в отличие от пинбола, здесь он не оставляет никакой грязи не оставляет. И человек чувствует попадание, сам сознается и выходит временно из боя, который установлен сценарием. Также у него механизм аналогичный страйкболу. Также есть один из видов магазинов, у нас бункерный. Сюда засыпаются шарики гидрогелевые, которые при попадании в твердую поверхность, они расщепляются на маленькую-маленькую пыль. А можно вообще посмотреть хоть один вот шарик? Да, конечно. Ну, здесь уже ясно чувствуется, но это больше, скорее, детская вещь.
Она и по весу, соответственно, легкая. Да, что немаловажно, стрейкбол у нас по правилам от 18 лет. Соответственно, многие дети хотят попробовать поиграть в стрейкбол, но из-за того, что имеет 18 лет, мы им предоставляем аналог стрейкбол, NS Orbis Tag. Я так понимаю, что он, и, в принципе, и не больно и бьет. Да, все правильно. У нее также есть пружина, которая со временем она ослабляется, проседает. И чем дольше оружие служит, тем уже меньше чувствуется попадание. То есть, если, например, с него, как бы сказать, попадание, то оно будет чувствительное довольно-таки. Будет намного сильнее. Вот, намного сильнее. А это, например, вот для развлечений, для детей, приучения, обращения с оружием, я так понимаю, тоже все происходит. Да. Вот, самый оптимальный вариант. Да. Орбисак у нас под 7 лет. Вот. А какой калибр у него шарика? Такой же, как и... Да, только чего больше, где-то примерно 7 миллиметров. Это у нас как раз первый калибр, который ребенок может спокойненько взять в руки и спокойно пострелять. Замечательно. Вот то, что при попадании гидрогель шарика, вот что остается шарика. То есть никакой грязи не остается, ничего. И, соответственно, никакого травматизма. Да, все правильно. Вот. Если, например, при страйкболе можно, если нарушить технику безопасности, можно получить тяжелые увечья, то с орбистагом такого просто-напросто исключено. Но также мы не забываем про обязательную капельную защиту. Это также у нас защита на глазах, на очки, и защита на лицо. Это у нас маска, которая защищает нижнюю часть лица. Это обычные вот очки, которые можно купить в любом хозяйственном магазине, или да, они какие-то специальные? Но мы используем страйкбольные очки также. А чем отличаются страйкбольные от обычных вот пластиков, которые можно вот купить в хозяйственном? Для страйкбола используют специальные очки из специального материала, которые защищают при попадании шара, и они не разбиваются, не раскалываются при больших нагрузках, да. Вот. Я так слышал, что в страйкболе существует такое понятие овертюн. Что это такое вообще? Тюн, овертюн? Да. У нас в общем принципе в российских правилах есть так называемое правило по тюну. Тюн, чем больше тюн, тем больнее бьет шар, если сказать простыми словами по-русски. Ну и шар летит чуть дальше, чуть больнее. И на близких расстояниях при овертюнах игрокам запрещено использовать привода, и для этого они используют вторичное оружие, такие как пистолеты. Я так понимаю, что порядком, то есть правилами страйкбола разрешено использовать в помещениях выхлоп 120 метров в секунду. Да, то есть правильно. Это, что такое выхлоп? Это начальная скорость, с которой шарик покидает ствол. А как вот вообще его замерить можно? Есть специальное устройство, называется хрон. Хронометр? Хронометр, да. То есть он замеряет начальную скорость шара. Вообще хронов есть разного вида, разной конструкции. Но самый простой, он у нас прямоугольный. Есть специальное место, куда направляется привод. И при первых трех выстрелах замеряется скорость шара, где он может варьироваться от 120 и 90 метров в секунду, 130, все в соответствии с вашим приводом. Очки, я так понимаю, испытываются прежде всего, даже если они страйкбольные, но в целях безопасности испытываются с расстояния полметра, приводом стреляется непосредственно по очкам. Если они разлетелись, то, соответственно, этот производитель мы не используем. Если они остались целые, то, соответственно, это безопасные очки, которые можно использовать в страйкболе. Я правильно понимаю? Все правильно. Защиту очков, материала измеряется на самых больших тюнах, как правило, от 170 на очень близкое расстояние, примерно 1-2 метра. Вот. Пускается по 3 шара по очкам. Если очки выдерживают шар, не остается никаких сколов, не остается трещин, то эти очки пригодны для использования. Если же есть хоть какие-то повреждения, пошла трещина, есть какой-то скол, то эти очки мы от этого производителя мы не используем, дабы, чтобы сохранить глаза игроков. А если, например, вот попадение вот в лицо по зубам, может, например, страйкбольное оружие выбить зубы? Ну, вообще, при соблюдении всех мер... Нет, мы не будем брать вот все меры. Вот если, например, вот, да, я вот одел очки, я вот решил вот поиграть, да, то есть, в принципе, как новичок и как, в принципе, такой а-ля безбашенный, да, то есть, полная копийность, как копируем армию,
вот, без всяких вот этой защиты. Может такая ситуация сложиться, что, например, я могу остаться без зуба? Ну, вообще всякое бывает. У нас, говорит, такого редко, но вообще такое может быть. Такое поэтому, может быть. Поэтому у нас одевается маска на защиту лица, на нижнюю часть лица. Таким образом. И она защищает эту часть, и зубы защищает. То есть, когда не шар, шар просто падает или отскакивает в сторону. И ваши зубы сохраняются в целости и сохранности. 750 рублей. И, в принципе, вы можете в ней играть сколько угодно. Вот сколько вы собрались находиться в этой замечательной игре, в этой тусовке, столько она вам и прослужит. Поверьте, она защитит ваши зубы, потому что на стоматолога потом денег вы не наберетесь. Рекомендуется зарядить аккумуляторы. Ух ты, а это кто такое? Это у нас лазертаг. Это у нас самый безопасный вид военно-технических игр. Сейчас я вам продемонстрирую все фактически, как все происходит, все попадания, все фиксации. Вот это очень интересно. Успешно. Синяя команда в атаку! Завершено успешно. В бой! За зеленых! Можно в руки взять, да, посмотреть. Конечно. Какой из них можно взять? Любой. Жду приказов. Итак, рассмотрим вот эту интересную машинку. Намного легче даже вот в руках, нежели чем орбистрак оружие. Намного легче. Такое интересное. Довольно-таки качественный пластик. То есть, в принципе, сломать его довольно-таки сложно. Да, очень много было, что люди роняли эти таги, и, как говорится, с ними ничего не происходит. То есть, вполне можно побегать. Как у него принцип действия? Да, еще немножко расскажу. Но вообще у лазертага очень много поколений. То есть с каждым годом выходит новое поколение. Чем старше поколение, она используется у нас на Wi-Fi роутерах. То есть у нас на игровой площадке установлен Wi-Fi роутер, который запрограммирован под эти таги. И, соответственно, все это выводится у нас на компьютер. То есть у нас есть игровой компьютер специально предусмотренный, специализированный под лазертаг. Там вводится вся у нас статистика фактически. То есть статистика, урон нанесенный. Счет, сколько человек было поражено игроком, сколько человек умер, так сказать. Сколько человек произвел выстрел, сколько человек произвел лечений. Все это фиксируется на компьютере путем Wi-Fi роутера. Буквально один вопрос. То есть, если, например, вот в страйкболе, да, вот любое попадение шариком, да, и считай, ты, как бы сказать, вышел из игры. Да. То есть, это игра на честность, да? Да, все правильно. А здесь можно фиксировать, то есть, ранение. Да, можно фиксировать даже это самое, убит, не убит. Да, все правильно. Интересно. Как у нас происходит? На каждый, это у нас, если у нас стрейкболит этот привод, так же как в орбистаге, это у нас так называемый таг. К каждому тагу привязана повязка, идентична к нему. Не получится такого, что один человек возьмет оружие, условно, 12 номер, и возьмет повязку от номера 13. Такое не произойдет, потому что у каждого тага есть своя родная повязка, которая запрограммирована под это. Также у нас при помощи компьютера можно выставлять, сколько можно урона наносить, сколько можно жизни игроку сделать. Все это уже более технически, нежели лазертаг и орбистаг. Все это уже происходит путем на компьютере. И это можно вывести даже в мировую статистику. Можно внутри статистику других игроков из разных стран даже. Ух ты, вообще здорово. Как же у нас происходит? Я вам сейчас покажу, как у нас запрограммировано. У нас условно на человека на так отдается 4 жизни. Вставляем мы только повязку. Никаких жилетов не одевается, проводов у нас нету. Тот человек бегает спокойно, ему что не мешает. И так у нас почти аналог К-12, который используется на вооружении российской армии. То есть я могу сейчас вот повязку надеть, да? Да, да. Повязка у нас также регулируется под разный тип головы. То, что у нас играют дети как и от 7 лет, и как и 16 лет. Бывает даже играют и 5 лет у нас дети. Даже повязка регулируется согласно размеру головы человека. Вот так вот. Соответственно, это соперник зеленого при первом попадании человека. Я ранен! Все происходит звук сопровождения оружия. То есть человек понимает, что в него попали. И так же происходит вибрацию повязочки. Второе попадание. Я ранен! Прикольно. Это оружие повреждено.
Держу третье попадание. Я ранен! Три четвертых попаданий. Возвращаюсь на базу. Можете стрельнуть. У вас уже ничего не получится. Вам нужно будет идти на место оживления, которое предусмотрено сценарием. Прикольно заключается в том, что когда меня убили, да, вот эта вся штука начинает вибрировать. То есть, и ты прекрасно понимаешь, что все, уже ты убит, и, как бы сказать, и дальше уже отключается, как еще раз это называется? Так. Так. Отключается так, и я уже, в принципе, в игре участвовать... Игровой режим. База поддержки. И у нас на каждой базе по сценарию предусмотрена такая коробочка, то есть висит, человек подходит к этой аппаратуре, никуда не нажимает, и все люди, которые выбыли из игры, находясь в радиусе этой коробочки, будь там один человек, два, три, 15, 20 и так далее, все люди, которые будут находиться у этой аппаратуры, по истечению этого времени человек у нас снова вернется в бой и снова все патроны у нас восстановятся. Сейчас вы это фактически видите. То есть это все в автоматическом все режиме? Все автоматически, мне да. Главное, что нужно подойти вот к этой коробочке. О! Приказов. Завибрировал снова, сразу. И человек снова может играть, да. Раз. И у нас есть... кнопочка перезарядки, то есть человек ведет стрельбу, у него могут закончиться патроны. Патронов у нас в магазине 30 штук. Также магазинов можно уставлять в компьютере. Можно выставить 5, 10, 15, 100 штук, сколько вашей душе угодно. Все это у нас делается путем компьютера. И во время игры, если у вас закончились патроны, вы нажимаете на кнопочку. Происходит перезарядка оружия через 4 секунд. И снова все патроны остановились. То есть, в принципе, даже то, что можно запрограммировать, сколько, какой боекомплект у тебя находится на теперешний момент. Вообще здорово. Вот, собственно, это говорит о том, что у вас патроны закончились, и вы нажимаете кнопочку слева. Здорово. Если честно, очень здорово. Лазертаг очень сильно востребован детьми, то есть детям прям нравится. Дети к нам приходят по несколько раз, одни и те же люди. У нас даже есть люди, которые приходят и более 4 раз у нас уже есть. Людям очень заходит этот вид спорта. И еще такой вопрос. Отсечка тут тоже, например, программируется, да? Да, да, все правильно. То есть можно сделать один выстрел, три выстрела, шесть да, выстрелов. Да, все правильно. Все как в боевом аналоге. Все, да, как он. Ну, все это делается у нас путем компьютера, то что уже все технологически развивается. Все это у нас 10-е поколение. Класс. Кайф. Здорово. Мне понравилось. Сколько за раз вы можете команду против команды выставить людей максимум? Ну вообще у нас в центре предусмотрено 20 тагов, то есть 10 человек тех и 10 человек тех. 20 мы, человек, корпоратив. Да, но мы стараемся таким большим количеством людей не спускать, потому что, во-первых, это все делается в технике безопасности, потому что много людей создают толпучку, то есть люди могут бегать, могут проскользнуться, могут резко выскочить за угла, потому что сидеть дети ходят в глазах у нас. Поэтому мы стараемся максимально пустить по 7 человек, 7 на 7. Соответственно, если еще больше людей, то другие люди стоят в ожидании и ждут своего раунда, чтобы другим поиграть. Это у нас все делается, чтобы все дети ушли целыми и невредимыми. Вот самый главный, в принципе, на текущий момент вопрос. У нас преддверие Нового года. С наступающим всех Новым годом наших зрителей. И, в принципе, на новогодние праздники, я думаю, что это лучший момент, чтобы прийти, отдохнуть, побегать, да, расслабиться, выпустить адреналин. И самый главный вопрос, сколько стоит сие удовольствие? Мы представляем разного рода услуги, у нас так называемые есть пакеты. Самое простое, самое легкое, 500 рублей для человека, от 2 до 8 человек. То есть это у нас входит час игры лазертаг. То есть сейчас вы отбегали, все. Я думаю, что за час игры, причем динамичный, выброса адреналина 500 рублей, я думаю, стоит обязательно посетить. Давайте я вам еще покажу один из видов, одну из вариаций наших сценариев, которые очень пользуются спросом игроков. Выберите сценарий игры. Это сценарий, как для меня, для инструктора, он самый главный, и я его запускаю почти в первую захват очередь. Контрольной точки. То есть это у нас так называемый захват контрольной точки. На данный момент точка у нас находится в нейтральном положении. Игроки находят эту точку, подбегают к ней. Когда ее находят, они по ней стреляют. Можете по ней стрельнуть. Происходит стрельба вот на таком расстоянии, но очень близком. И, соответственно, когда синяя сторона схватила эту точку, им нужно оборонять вот указанное это время. Чтобы другой не подбежал и не перезанял. Да, все правильно.
Соответственно, если подбегает команда зеленых и по ней стреляет, то она крашивается в цвет зеленым. И тут уже нужно синим снова вернуться и снова вернуть ее на свою сторону. Вообще здорово. Это практически World of Tanks, только без танков. Real Counter-Strike, да? Да. Real CS. Вот я заметил, у вас щиты. Вот можно поинтересоваться по поводу щитов? Что это, как они используются? Да, щиты у нас используются для страйкбола. Он нас защищает от попадания шара. Вот щит у нас примерно около 10 кг. Он, конечно, не прям точная копия по весу боевого щита, но мы постарались сделать его приближенным к весу. Так сказать, не для подготовленных игроков, и будет с ним очень тяжко бегать. Ну да, такая чувствуется. А вот это что это? Это у нас фонари. Мы его дорабатываем еще. То есть у нас есть специальный провод, у нас будет выведен на питание. И при нажатии кнопочки, кнопочка тоже у нас будет. Тут у нас есть вот место под стробоскопы. Будет у нас стробоскопы здесь и будет засвечивать перед собой темное помещение. А, вот как. Ребята, хотите играть в страйкбол? Ходите в спортзал, качайте мышцы. Классная штука, вообще классная. Интересно. Так, а шлемы, они используются в страйкболе также? Да, шлема насажен пояс в страйкболе. Сейчас вам покажу самый, наверное, просто. Вот один из них. То есть. Но также в страйкболе есть правила при попадании в любую часть экипировки и любую часть тела. Игрок выходит с поля боя. Также если шар пойдет в шлем, то человеку тоже нужно будет выйти из боя. То есть это больше бижутерия? Бижутерия, как у ОНО, и та же техника безопасности, потому что страйкбол играет на разных полигонах. Бывают такие моменты, что играют в темных помещениях. И это тоже своего рода защита головы от внешних факторов. Тоже здорово. Шлем в страйкболе, конечно, не обязателен, но если вы беспокоитесь за свое здоровье и хотите быть целым неродимым, то шлем рекомендуется к использованию. Ну да, в принципе, те же самые уши у нас являются не совсем защищенными. То есть маска уши... Не защищает, если только резинка их прижимает, то шлем, в принципе, защитит вашу голову полноценно. Ну, я так понял, что критичные средства защиты это очки, получается, и маска, потому что зубы, глаза, перчатки очки, это... Очки, маска и шлем. Очки это самый обязательный элемент защиты, то есть очки у нас не снимаются во время игры ни в коем случае. Можно их снимать только в так называемой зоне мертвяка, то есть... Вопрос такой, извиняюсь, перебью. Вот, например, я так понимаю, мы бегаем, да, мы потеем, соответственно, мы дышим. И вот у меня, например, в момент боевых действий, да, запотели очки. А до мертвяка мне еще, например, ну, далеко. И что мне делать в этом случае? Ну, вообще, у нас игроки есть, те, кто носит линзы. Также у нас есть очки-сетка, я тоже покажу перед игрой. У нас люди используют так называемый антифог, то есть, когда опрыскивается... Вот это внутренняя часть очков, то есть попрыскиваете фогом, он застывает и создает так называемую пленочку, которая создает защиту от запотевания, то есть и очки какое-то время могут не запотевать. То есть, в принципе, даже если я буду бегать, то у меня проблем с запотеванием не возникнет. Да, все правильно. Тем более в помещении. Так, а вот еще такое, я вот слышал, и вот в Ютубе смотрел, что в страйкболе существуют красные тряпки. Да, все правильно. Красная. А что это такое и вообще для чего оно делается? Красная тряпка означает то, что игрок пораженный. Как происходит, когда человек попадает шара, он достает красную тряпку. Это означает то, что по нему стрелять не надо. И он временно выбыл из игры. И он с красной тряпкой идет до мертвяка. И только мертвяке ее снимает. Человек, который с красной тряпкой, ему стрелять не рекомендуется. И вообще не нужно по нему стрелять. Этот человек сейчас не может вести никаких игровых действий. При этом он еще отстегивает магазин или нет? Да, все правильно. По правилам, когда входишь в зону мертвяка, а это место, где у нас игроки... все пораженные отдыхают, определенное время указано в сценарии, то магазины обязательно костюмируют. Все так, сюда же цели техники безопасности. Для людей, которые беспокоят постоянно запотевание очков, в страйкболе есть так называемые очки-сетка. То есть эти очки, соответственно, у нас никак не потеют. Также они сделаны по всем нормам, по всем ГОСТам защиты страйкбола. И при попадании шара в эти очки, сетка также выдерживает попадание шара и сохраняет ваши глаза целостность и сохранность. Я вот понимаю, что вот сюда как раз вот шарик и попал. Если вот присмотреться, да, мы видим маленькую вмятину. То есть сетка довольно-таки надежно защищает наши глаза. Да, все правильно. Интересно вот посмотреть. Вот.
насколько в них хорошо видно. Как всегда, приходится на себе все экспериментировать. Так. А в принципе, довольно-таки даже и хорошо видно. Если чуть-чуть подпривыкнуть, то в принципе, очень даже здорово. Да, рекомендую. Классная вещь. Что еще? Мы еще не посмотрели здесь. Вот это уже настоящий боевой автомат Калашникова. Единственное, что он охолощенный, то есть стрелять с него уже не получится. Да. От слова совсем. Но все функции настоящего оружия он выполняет. И при желании можно к вам обратиться, да, и посмотреть его сборку, разборку. Да, уже все правильно, все правильно. Вообще шикарнейше. Шикарнейше. Вот если, например, захотели родители, да, своего ребенка, ну, правильно воспитать. Вот они его привели и сказали: ребята, вот можете заняться его воспитанием? У вас вот это проводится, например, какие-то отдельные часы, которые вы можете, например, собрать вот группу ребят, да, и заняться вот самостоятельно их воспитанием. Пока что мы такое еще не предоставляем, но у нас это в разработках, в будущем, на носу 2022 год уже через несколько дней. И я думаю, в 2022 году данный вопрос будет уже решен, и думаю, таким мероприятием будем тоже проводить. То есть все это находится в планах? Да, здесь находится в стадии разработки. Пока что в этом году мы такое еще не использовали у нас. Вот. А будет ли, опять же, экскурс в историю? Благодарю. Вот. Как развивалось оружие, как появлялся вот этот автомат. И самое главное, будет ли история Второй мировой войны? Да, это все будет у нас. И если мы такое здесь будем производить, мы также у нас будет свой план разработан. У нас будет проектор выведен в конференц-зале. Для проектора у нас стена все предоставлена. И тоже будем показывать слайды по истории Второй мировой войны, чтобы люди в это погружались, чтобы людям было это интересно. Почему? Потому что это сейчас является, в свете последних событий, это является довольно-таки больная тема. Все больше и больше мы видим в некоторых товарищей, которые не являются товарищами, которые с экранов Ютуба кричат: зачем парад, зачем проводить вот эти марши, и как бы сказать, почему мы этим гордимся. Да мы не можем этим не гордиться, потому что это наша история, это во-первых, а во-вторых, это великий подвиг русского народа. Ведь то, что сделал русский народ и прогнал Третий Рейх с нашей земли. Обратите внимание, что Европа-то под Третий Рейх легла, а мы-то не смогли, мы не захотели. И вот это должно присутствовать в нашей молодежи. Молодежь должна знать, какой подвиг совершили наши деды, прадеды, что происходило в этот момент на фронте, как это все происходило. Сейчас в мире, мир становится с ног на голову, американцы вообще говорят, что флаг над Рейхстагом водрузили они. То есть искривление истории идет полнейшее, и это одна из самых нужных и самых важных частей этого. Экскурс в историю Великой Отечественной войны. Да, все правильно. Не зря говорят, не будет истории, не будет будущего. То есть люди должны знать историю, правдивые должны помнить подвиги наших дедов. Вспоминаю Льва Лещенко, его песню: «Если мы войну забудем, вновь придет война». Мы не должны забывать подвиги наших дедов и подвиги наших прадедов. Это очень важно. Ну вот это меня очень сильно порадовало. Каждый может, я так понимаю, да, прийти, спросить, и ему инструктор покажет, расскажет, да, и даст правильно попробовать.
Замечательно. А это наверху опять же страйкбольной версии, да? Это все тоже холощо наружу на стрельху висит. Все полностью. Это все полностью холощо наружу висит. Здорово. Страйкболь у нас вот здесь. Лазертаг и орбстаг у нас висит. То есть, если даже пришла группа, да, разделить их на 4 человека, у каждого будет свой автомат Калашникова, который они могут разобрать. Все правильно. Вообще здорово. Ребята вот искренне молодцы. Дай бог здоровья, чтобы они также развивались и у них также было все замечательно, замечательно и хорошо. Пошлите, покажу вам игровую площадку, здесь игроки играют. Площадка на 700 квадратных метров. То есть здесь есть, где люди могут разбежаться, разомнуться. То есть и здесь не будет испытываться тесноты. У нас есть условно подзащищение конструкции, чтобы людям было проще координировать свою команду. Собственно, мы создавали аналог городского боя. То есть мощная будет машина, настоящая семерка. 66-й газон, думаю, те, кто служили в армии, пробьют с ностальгией. Создан блокпост у нас. Блокпост мы все понимают. Это все создает у нас защиту от лазеров по лазертаге, от шаров по иголе и, естественно, от артизов по пистолету. Двухэтажная ручечка у нас тоже пользуется спросом, игроки тоже ее используют практически. С этой стороны не отходит, а с этой стороны можно использовать. Конечно, поскольку мы открыты здесь уже с апреля, то машина у нас пользуется спросом, как можете видеть, детьми. И все дети у нас прямо в восторге от нее. Все ее постоянно облазивают, перелазивают. Но на крышу у нас строго-настрого залезать запрещено. Все та же цель в технике безопасности. Ну да. А так через капот, например, перекувырнуться можно в случае чего? Мы вообще не рекомендуем и запрещаем, чтобы игроки залезали даже уже на капот. Все та же цель безопасности, то, что капот все-таки скользкий, можно, не дай бог, упасть. И можно пораниться. Играми, но в первую очередь здоровье это главное. Тут есть где разбегаться. Довольно-таки большое помещение, и у ребят сделано настолько все классно. Площадку мы начали строить в феврале, и уже 11 апреля мы уже открыли наш центр. Было торжественное открытие. Приезжал сотрудник из Москвы, исполнительный директор «Металлогустер». Здорово. То есть туда и везде можно везде все бегать. Вы можете сейчас залезть, посмотреть, как все это выглядит. Слушайте. Здорово, прикольно. И я так понимаю, что в принципе оттуда еще не каждый меня здесь и заметит. Да, как сетка, она тоже своего рода защита, лазер так делает. Не все лазеры могут ее пробить. Только самые опытные, самые точные могут попасть в соперника, который стоит на улице. Так, а вопрос по одежде. Одежда своя или предоставляются какие-то костюмы? Да, все правильно, одежда своя. То есть игроки, которые приходят, также с собой смену обувь. То, что полы у нас здесь, как вы можете видеть, у нас достаточно скользкие. И для этого делать смену обувь, то, что зимой может быть снег на ботинках. Это все вода, и человек может, не дай бог, упасть. Самое главное то, что не то, что полы скользкие, а полы чистые. Я вот обратил внимание, что везде все очень культурно и чисто. У нас здесь проводится каждый день уборка полов. То есть у нас есть люди, которые за это отвечают. И производится постоянная уборка помещений. Это было своего рода подключение. Но, видите, мы его подняли. Мы сделали куб для него вручную. Чтобы было не просто кабина, а чтобы хоть более-менее было на что-то похоже. Легендарная шишига. Настоящий военный автомобиль. Ну я сел, поехал. Тут все зависит от фантазии уже. Да, у нас дети представляют, что едут куда-то. Нет, для детей это вообще счастье. Побыть в этой обстановке и вживую ощутить себя в Counter-Strike. Не с этим компьютером, да, а именно как бы с полноценным оружием в руках. Здорово. Молодцы, ребята.
Вот честно, вот молодцы. Пошлите, я вам еще покажу. Еще два места мы еще с вами не заходили. У нас есть зрительный балкон, так называемый. У нас здесь, когда приходят дети, они приходят с родителями. И родители могут играть, и дети играют, и радуются на игре. А, то есть родители, в принципе, могут снимать этот процесс и вживую следить за своим ребенком и смотреть, как все это происходит. Все правильно. Так вот. Ну, за детьми у нас следит инструктор на игровой площадке, но родители также могут всех наблюдать, снимать фото, снимать видео и вставлять себе на память. Вообще здорово. То есть это незабываемое впечатление, мне кажется, для любого ребенка, и плюс еще на память видео, фото. Я считаю, это очень здорово. И все это сейчас стоит 500 рублей. У нас боевой рапорт и боевой расчет. А вот на такие вот праздники, как 9 мая, приглашаете ветеранов? Да, все правильно, мы приглашаем их. Также у нас представлены для каждого шкафчики в центре, они у нас все электронные, то есть на электронных замках. То есть на человека выдается номерок, пока браслет у нас в разработке, но скоро будет у каждого человека индивидуальный браслет, будет крепиться на руку, ему не будет мешать, и у него будет свой личный номер от шкафчика. И все, и человек может положить свои ценные вещи, не беспокоясь о том, что они потеряются. Здорово. То, что потеряются, разобьются, там, или да, что-то, телефоны и... Так, собственно, и, у нас есть тир, и в завершение покажу вам наш мини марк. Это у нас тир, стреляет на 200 стрельбольного оружия. Очень активная стрельба в тире на 100 рублей, 20 шаров. Продается во время тира стрельбы очки, то есть время стрельбы у нас не снимается. Также если есть наблюдатели, они стоят также в очках, мы им очки также выдаем. Потому что не дай бог рикошет. Да, потому что у нас есть мишени, ну, как видите, есть красная окантовочка, это у нас дерево, то есть шар спокойно рикошетит оттуда и долетает до сюда. Можете взять и стрелять. Автомат стреляет как на одиночном, так и на автоматическом магните, все как на боевом оружии. Тип магазина бункерный, вмещает в себя 500 шаров. Есть такой механизм, подкрутка шаров, то есть при подкручивании колесика шары проходят, и под давлением пружины они поступают в камеру хоп-апа, и, соответственно, при стрельбе шар выталкивается и летит. И есть еще тип механический, куда вмещают также разного рода, есть несколько видов механических магазинов, но самые оптимальные на 102 шаров, то есть никаких подкруток или никаких колесиков нету, шары зарядил, и все, и ты об этом не беспокоишься. И только приходится менять магазины периодически. Я так понимаю, вот те, которые вот без подкрутки, это механы? Да, которые без подкрутки, механические. Вот. Механы почему, например, гораздо удобнее? Потому что если использовать это, то в момент бега все это трясется и выдает твое положение. Да. Вот. А механа, она абсолютно бесшумная, никакого звука нету, и ты можешь непосредственно подкрасться к противнику так, как тебе либо удобно, либо как тебе повезет. Ну что ж, попробуем. Да. Ну, как твое впечатление? Ништяк вообще. Как тебе уровень обслуживания? Охрененный. Полигон понравился, вот эта, которая комната, где бывшая дискотека была, они ее обставили, там всякие проходы, лазейки, там укрытия есть. Офигенно. Как тебе цена? Офигенная цена. Вот можно мне рассказать про вот это, что это вообще, для чего это? Это у нас аналог, пульт 1511,
тоже садится страйкбольный, стреляет также у нас диаметром 6 мм шариком. Если у нас на страйкбольный приводов тип у нас стрельбы, он подсоединяется к аккумулятору, то есть приводов электропневматика, то тут у нас он питается за счет баллона СО2. Это такие маленькие баллончики. Я думаю, все, кто учили химию хотя бы или на слуху видели маленький баллончик, он подсоединяется в магазин. И путем закручивания гайки, то есть баллончик поджимается, клапан открывается, и газ поступает в магазин. И так, соответственно, магазин вставляется, и плюс-минус схема, как на приводе. При нажатии спускового крючка шар улетает. То есть идет удар по клапану, клапан открывается, и то, что СО2-шные газы, которые находились в этот момент в клапане, высвобождаются и выталкивают шарик. Они, как правило, без блоубэка. Есть много. Если, допустим, брать электроглок, он без блоубэка у нас идет. Это магазин от блоубэка. Ага. То есть при стрельбе, при каждом выстреле, он будет у нас вот так выстрелить. Но камеры хапопа у них уже нет. Да. А в электрических, например, блоках, там идет камера хопапа, которая подкручивает, опять же, шарик, как у больших приводов. А вот это что это было? Это Зигзауэр также, это у нас стрейбольный пистолет, но он уже питается на грингазе. Можно? А, то есть он на грингазе, этот на СО2? Это на СО2, это на грингазе. На грингазе. Что такое грингаз? Это у нас не газ, это бутан, ошибаюсь. Бутан-метан. Бутан-метан, и однушка. То есть если у нас СО2 вставляется баллончик СО2, соответственно, тут у нас на грингаз у нас поступает уже газ путем подачи клапана, то есть вот так он сюда пропихивается вот сюда, и под давлением нажатия баллона газ поступает, и магазин вставляется, и также он тоже на системе блоубэк у нас идет. То есть получается это то же самое, как заправить обычную газовую зажигалку? Да, да. Можно? Угу. То есть тут также идет, как в газовой зажигалке, сосок? Сосочек. Продавливаем, заправляем непосредственно вместо зажигалки уже магазин, и уже происходит выстрел. Но хочется заметить, что если, например, СО2-шный пистолет может стрелять в любых практически погодных условиях, ну, главное, чтобы не выше минус 10 градусов, потому что резинки разлетятся. Он и так в момент выстрела леденеет. Оптимальная все равно температура для СО2-шного пистолета это где-то плюс 15 градусов. Потому что чем ниже температура, тем, соответственно, мощность выстрела снижается и дальность полета шарика меняется. То вот этот грингаз используется только либо в теплом помещении, либо летом при температуре выше плюс 15 градусов. То есть при температуре ниже он вообще работать не будет. Да, все правильно. И также рекомендации, чтобы в магазине оставлялся остаточный газ от грингаза, чтобы резиночки не сохли, чтобы не были сильно в состоянии. То есть, если, например, мы отстреливаем СО2, пистолет на СО2, мы обязательно должны его отстрелять полностью, и после того, как мы отстреляли, его вытащить и утилизировать непосредственно баллончик. Да, остаточный газ у нас выходит через специальный клапан в магазине на СО2, и баллон у нас утилизируется в специальной емкости, то есть не рекомендуется выбрасывать в обычный бытовой пакет. Вот. То есть для этого те, кто использует СО2-шные баллоны, они обычно не копят. И централизованно вводят специальные тары, предназначенные для выброса, утилизации вот именно такого формата. То пистолет на грингазе ни в коем случае нельзя держать пустым. Правильно? Да, все правильно, потому что резиночки должны быть все время, так сказать, по-прочему, смочены должны быть, как его, и должны просыхать. Потому что уже дольше. Потому что внутри него еще есть специальная смесь, которая не дает сыхаться резиночкам. И выбор, какой вы выберете, например, на грингазе или на СО2, зависит абсолютно от вас, от ваших возможностей и также от сферы эксплуатации данного пистолета. Да, все правильно. Вот, а по шарикам можно поинтересоваться? Да. Шарик у нас есть разного диаметра, есть весом есть 0,20,
25, 028. В данном пакетике у нас здесь 028, фирма Джинджи. То есть здесь у нас находится 1 килограмм шаров, то есть плюс-минус где-то около 4000 шаров. Ну, вторую пачку не будем, пачка новая для продажи. Я вот обращал внимание, что, вот, например, в детских магазинах, вот вагон игрушек, продаются тоже вот шарики 6 мм. Но они желтые, красные, там всякие разные. Но они, наверное, не подойдут для этого оружия? Они схожи по диаметру 6 мм, но использовать их категорически нельзя, потому что они чуть мягче, то есть они другой конструкции. И при использовании не тех шаров, не предназначенных производителем, они будут просто рассыпаться и только испортят ваш автомат, ваш пистолет. И не стрельбольные шары нельзя ни в коем случае использовать. Нужно использовать именно разработанные по предназначению шары для стрейкбола. Я так понимаю, что вот в этих шарах еще сверху есть какое-то то ли напыление, то ли что, которое делает шарик очень скользким и очень гладким. Да, все правильно. Которое предотвращает разрыв резинки вот этого хупапа в момент выстрела. А те, например, шарики, которые обычно в детских магазинах, они неровные, они шероховатые, что может запросто, просто-напросто порвать резинку и вывести из строя оружие. А ремонт это уже будет довольно-таки затратный и дорогостоящий. Да, вы занимаетесь ремонтом стрельбольного оружия? Наш центр пока что не занимается ремонтом оружия. Возможно, в дальнейшем я буду заниматься, но у нас есть стрельбольный магазин, Страйк называется, находится на Морозко 6. Там периодически появляются техники, он может решить вопрос с поломкой вашего оружия. То есть у нас в Новгороде есть специализированный прям магазин, который занимается продажей вот этого. Все правильно, да. Надо обязательно нам посетить этот магазин. Где он находится еще раз? Морозовская 6, магазин Страйк. Морозовская 6, обязательно мы туда сходим и посмотрим уже вживую. Да, там ознакомимся с наиболее большим ассортиментом. У нас здесь, так сказать, тоже филиал Страйк у нас здесь. Но если представим только малая часть, там есть и стрейкбольный приводар, и пистолет есть, и больше пистолетов есть, такие как ПМ, грачи, брачи, револьеры. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Оля. Вы не против, если мы вас снимем, как вы стреляете? Не против. Очень здорово. Если это автоматика, то есть немножко потому что пароль летает. На автоматике, если зажать спусковой крючок, то он бушер будет постоянно вылетать. То есть, как вам дышит огонь, можете на одиночку стрелять, либо можете на автоматике стрелять. Стреляете и правая мишень, которая темненькая, черненькая. Плюс-минус стреляли в тире? Да. Ну все, думаю. Так что, думаю, если вы стреляли, вам особо трудности не будет. Так что можете убирать автоматику или одиночку, как хотите. Простите, пожалуйста, девушка, как вас зовут? Катя. Вы не против, если мы вас заснимем? Нет. Как вы себя найдете? Хорошо, спасибо большое. А получается... Я, наверное, просто плохо вижу. Белый листок это... Он есть белый? Да, да, он есть. Это условно тело у нас, то есть верхняя черная голова и плечи получается. Девушка,
Вы только что постреляли. Как ваше впечатление? Очень положительно. Рекомендуете ли вы другим прийти и также провести время? Рекомендую. Особенно в преддверии новогодних праздников. Да, именно. А теперь давайте поздравим всех с наступающим Новым годом. С Новым годом. С наступающим Новым годом. И вас также. И вас спасибо тоже. Вам. Спасибо. А можно посмотреть? Да, конечно. Итак, нам очень здесь понравилось. Я уверен, что я сюда приду неоднократно и приду с компанией. И обязательно хочу попробовать и лазертаг, и попробовать пасть в детство, пострелять вот этими гидрогельными шариками. Да, спасибо. И почувствовать себя большим и взрослым и поиграть в стрейкбол. Огромное вам спасибо. Вы делаете классное дело. И с наступающим Новым годом! Желаю всем счастья, здоровья, успехов, благополучия, процветания, чтобы не было бед в вашей семье, чтобы вы, все, что у вас задумалось, у вас все это сбылось, и что у вас не было преград для выполнения ваших целей. И приходите нам играть в Центр Авангард в 2022 году. Мы еще работаем до 31 декабря включительно. Еще вы можете, возможно, успеть записаться 31 декабря. Январские праздники у нас 1-2 будет выходной. С 4 числа у нас уже есть записи, так что там мы уже и что под вас подстроимся. Так что ждем вас, приходите играть. А если вы не знаете, что подарить своим детям, родным и близким, подарите им подарочный сертификат. Будем рады вас видеть. С наступающим 2022 годом!